Стесняюсь перед... Но сега се моля в името на Бога, Господи, поблизо. Да говориш само Ти и да няма нищо от плута. Но сейчас я молюсь, чтобы сам Дух Святой говорил через меня. Да бъде слава на името Ти за насърчение на моите сестри, братя Господи. Чтобы вся слава была отдана Тебе, чтобы мои братья и сестры, они были сегодня вдохновлены. А днеска, като се събудих сутринта, се приготвих с мисълта, че идвам на църква, но... след това Бог в главата някак си ме спря и реших само да отида да се моля. Сегодня рано утром Господь меня разбудил, и я вот с таким желанием, чтобы вот прийти в церковь сегодня поделиться, и Господь меня благословил. Започнах да се моля и начала молиться. Усетих как Божия Дух започна да прилива помазание върху мене и да ми открива една прекрасна картина, която в момента Господ прави. И вдруг в один момент Бог излил на меня такое помазание и открыл мне какую-то определенную картину, то, что прямо сейчас происходит. Това ме подтикна да дойда на църква, за да го споделя с една шепа хора, хора от молитвата, които да застанат в молитва и да се укрепят, и да се молят за всички останали. И это побудило меня прийти, поделиться этим откровением с той горсточкой людей, которые раньше приходят и молятся. Изобщо не очаквах, че ще застана и пред вас да го споделя, но благодаря на Бога. Я даже не ожидал о том, что я сегодня перед вами буду говорить, но слава Богу. Докато се молих по път за църква също, защото тя молитвата не можеше да спре от вкъщи и по пътя, и тук в църквата Бог ми откри едно прекрасно... Пока шла, я не могла остановиться, я по дороге молилась, и Бог мне открывал что-то такое прекрасное. Множество от хора, неговите възлюбени, които призовават името му. Очень много его детей, его возлюбленных призывают его святое имя. Които чрез силата и действието на Святия Дух са, вече са като орли и орлици, мъже и жени, млади и стари, без значение от възрастта. Всички, които призовават името му, ще приемат това помазание и ще имат тази сила. И что все люди, независимо от возраста, бабушки, дедушки, мамы, папы, они как орлицы принимают это святое помазание и силу. Защото Господ изговори исцеление и освобождение от всякакво неверие и страх. Потому что Господь сейчас производит исцеление и освобождение против всякого неверия и страха. Видях моите сестри и братя като орли и орлици да летят в един въздушен поток, но той не беше просто въздуха, потока на Святия Дух. Я видела, как мои братья и сестры видят, как летят как орлы и орлицы в одном мощном потоке Святого Духа. Это не был просто ветер, это был поток, это было мощное помазание Святого Духа. Видях крылата, които размахваха да възпроизвеждат, да излиза огън от тях. Я видела, что при каждом взмахе в этом помазании эти крылья производят просто огонь Святого Духа, огонь Святого Духа. Всичко се възпламени. Мястото, в което бяха, беше в огън. И все воспламенилось. Даже место, где я тоже была, тоже покрылось огнем. Не можеше нито една гарга, врана и всякаква черна птица от тъмнината да лети в този поток. Не может какая-то другая птица, как типа ворона или там какой-то другой птицы, просто даже лететь в этом потоке. Видях голямо освобождение, видях от един изход с две места, с две отверстия, да излиза мощен като поток огъня на Бога и възкресенската му вода, възкресенската река от трона на благодата. Также видела, что через какие-то два таких отверстия проливается просто огонь святого Бога, которое воскрешает. Те започнаха да заливат. И через эти потоки начинают заливать буквально. Заливаха онези, които призоваваха името му. Заливать всех тех людей, которые призвали имя Господне. И започна да се чува, че повече няма сухо място. И начало происходить так, что больше не осталось ни одного сухого места. Благодаря Ти, Боже, дори в момента... Спасибо Тебе, Господи. Цялото ми същество трепери, защото даже... това, което Бог в момента излива, в этот и Той върху вас... Все мощество трепещет от Твоего присутствия. Всеки един от вас го приема с вяра. Из вас просто наполняется верой. Видях също, че този огън, като излезе чрез размаха на всички Божии избрани и чрез това отверстие, всичко стана в огън, започнаха да изгарят всички възли на страх и съмнение. Видела также, что когда вот эти были взмахи, производили огонь, и через эти отверстия этот огонь проливался на землю, этот огонь сжигал все неверие, все эти комочки каких-то сомнений. Даже я сега виждам пепелта им, те падат. Даже сейчас я вижу пепел, который падает. И изгорени са.
Сожженное какое-то сомнение, сожженное неверие, все сгорело. Веригите на беспокойство, на сомнение, на болезнь, на мъка, на болка, макар да са от желязо, те се стопиха като восък. Да, цепи сомнений, каких-то проклятий, болезней, они просто растаяли как воск. Дойде едно голямо помазание, което щупи всеки хомот. Пришло какое-то очень мощное помазание, которое просто разбило все оковы. И аз докато вървях за службата, то толкова беше силно, че моето физическо тяло не можа да го побере. Наистина. И пока я шла сюда, я просто, ну, физически просто была вот в таком состоянии, что даже не могла с собой, ну, контролировать себя, дори свое тело. Дори в момента, когда мы говорим, и трепери целото существо. Даже сейчас, когда я говорю, у меня все мое существо трепещет. Искренно верю, что Бог го направит днес, сега. Я верю в то, что Бог сегодня это сделает. Это делает. И видях също една голяма ръка, която от земята се издигна към небето, и това е ръката на вяра. Името ѝ е вяра. И го чух много мощно вътре в себе си, в сърцето си. Вяра. Также я видела, как рука земли поднимается. Большая рука. И это была рука веры. И эта рука, она просто все выше и выше поднимается к Богу. И это большое слово вера. И аз искам да ви благословя и да ви кажа, че от взаимоотношенията между нас и Бог наистина има любов, а от любовта има умножение. Я хочу вас сегодня благословить и сказать вам о том, что Бог производит большую любовь через Иисуса Христа, и через эту любовь происходит умножение. Защото като се събират мъж и жена, те се обичат и се възпроизвеждат и имат потомство. Да, потому что и муж, и жена через любовь, они соединяются вместе и производят потомство. Така и от взаимоотношенията ви с Бога ще дойдат добри плодове и умножение. Также от ваших взаимоотношений с Богом тоже произойдет потомство. И аз благославям тая църква, да няма празно място в нея. Да, я благословляю вашу церковь, чтобы не осталось ни одного пустого места здесь. Божието умножение да дойде в изобилие, както в този Божий дом, така и във всяка ходяща църква от вас сте всички ви. Да, Божие умножение да придет в эту церковь, в ваши дома, во все ваши семьи. В името на Иисуса, амин. В имя Иисуса Христа, аминь. Благодаря тебе много, Милена, и будь благословенна, слава Богу.